Жители Тверской области могут принять участие в акции «Тверской регион без чужого мусора» и внести свои предложения, касающиеся принятия мер по недопущению появления мусора из других регионов Тверской области. Свое мнение по этому вопросу можно направлять на почту пресс-сервис@sakh-mail.ru. Опрос также будет организован на сайтах средств массовой информации в социальных сетях. Напомним, что в СМИ неоднократно появлялась информация о машинах, перевозящих отходы Верхневолжья и соседних регионов. Активисты ОНФ зафиксировали ввоз на территорию Калининского района Тверской области мусора из Московской области. В штабе считают, что компания, занимающаяся транспортировкой мусора, выстроила схему, которая позволяет возить отходы в Тверскую область, скрывая их происхождение.